Евгений Гришин приехал из Алтайского края, видным уже не в первый раз. На ярмарку он привез несколько сортов меда. На его прилавке представлено не только всем известное полезное лакомство, но и продукты пчеловодства. Пыльца, перга, маточное молочко, прополис, которые способны исцелять человека от всевозможных недугов и придавать сил. Такой ассортимент порадует даже самого искушенного покупателя. В основном сейчас осенний-зимний период покупают мед с прополисом, липовый мед, простудные вирусные заболевания для иммунитета. Но также пользуется белая акация, это детский мед, диетический мед. Плюс в нем каком, что он не вызывает аллергию и он зимой в жидком состоянии находится. Большой популярностью видновчан пользуется фермерская продукция из Белоруссии. Как рассказала продавец Алена Копчеля, покупают в основном рубленное мясо, сало, домашнюю колбасу и холодец. Сало хорошее есть, есть сало белое, есть сало с чесночком, с мясом очень хорошо живется, задок. Грудиночка очень вкусная, копченая есть. А какие у нас сыры есть хорошие белорусские, белорусское золото, кремлевский сыр очень вкусный. Приходите, ребята, за творожком, сметана. Мы вас ждем. Очень вкусная продукция, белорусская, фермерская. Будем рады вас видеть у нас. На ярмарке есть и прилавок со специальными акциями. Можно выгодно приобрести овощи и фрукты по фиксированной цене – 100 рублей за килограмм. Помимо продовольственных товаров, большой выбор верхней одежды и обуви. Также можно найти трикотаж из Ивановской области. Ткань идет смесовая, велюр и хлопок. Значит, сочетание велюра идет на соотношение 80% хлопка, 20% велюра. Хлопковая ткань трикотажная, она идет 98% хлопка, 2% вискозы. Так что не тянется, не деформируется. Ну что хочу сказать, цены у нас приемлемые, дешевле, чем на других рынках. Приходите к нам. С наступлением холодов прибавилось покупателей у производителей изделий из шерсти и пуха. Оренбургские пуховые платки и шали ручной работы согреют даже в лютый мороз. Есть шерстяные изделия, есть оренбургские изделия из пуха, ручная работа, валенки, рукавички детские, взрослые, перчатки. Дальше гольфы, все есть, теплый уголок. Я здесь давно работаю, меня уже все знают, все приходят, мои покупатели. Стоит отметить широкий ассортимент посуды и кухонных принадлежностей. Напоминаем, что ярмарка работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Успеть приобрести все необходимое можно до воскресенья, 28 ноября. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.